Без автокресла перевозка ребенка в машине недопустима. И даже самая первая поездка из роддома домой. Для новорожденных предусмотрены специальные автолюльки. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева подробно объяснила пациенткам перинатального центра, как правильно установить детские удерживающие устройства. Малыша в автомобиле на переднее пассажирское сиденье мы ставим в обязательном порядке против движения. Прежде чем установить люльку, вы должны в системе своего транспортного средства отключить датчики срабатывания подушки безопасности. Только в таком условии вы можете переводить своего малыша. В ходе встречи также обсудили правила безопасности в интернете, при звонках с неизвестных номеров, а также об СМС-схемах телефонных мошенниках. Мы ежегодно проводим мероприятия в преддверии женского дня 8 марта по профилактике киберпреступности и информируем новоиспеченных мам о том, какие новые есть формы преступности и какие придумывают схемы по телефону и как обманывают, получают доступ к персональным данным. После профилактической беседы молодых мам поздравили с наступающим праздником. Поздравляем с наступающим 8 марта. Ну, молодых мам хочется пожелать крепкого здоровья им, детишкам, всем близким. Молодым мамам пожелать безопасных дорог и повнимательнее, чтобы были на дорогах и перевозили детишек в специальных детских удерживающих креслах. Всем участницам акции были вручены подарки к 8 марта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.